Итак, добро пожаловать в наш офис в замечательном Николаевском дворце. Обратите внимание на толщину стен. Вот такой вот у нас офис. Скромный. Мое рабочее место. Места будущих сотрудников. Вот еще раз видна характерная толщина стен. А вот такой потолочек. Такая высота. 8 метров хороших. Так, находимся на первом этаже. У нас вид из окна здесь будет на дорогу. Здесь вот у нас сад, который находится непосредственно перед входом. Вот он и вход. Там не видно, но надпись там сейчас «Дворец труда». Хотя он вообще как бы Николаевский немножко.